Димаш Кудайберген. Однажды он сказал, что он некрасивый, хотя он так горд и высокомерен, что он красивый. Красоте небес, привет, дорогие слушатели, нажмите на колокольчик, оставит комментарий. Горд и высокомерен, что он красивый. Красоте небес, я хочу сказать, что я был первым. И я думал, что это будет невозможно сказать. Певец не смотрел на это в то время. Позже мистер Димаша приходил каждый день. В то время я был, этот парень такой высокий, и у него маленький красавчик. Он ищите это. Поиски раскрытия его черной истории. В эта фотография, когда он не поехал в Китай. Мужского пола, который не смотрит на углы и не смотрит на углы. Есть также сообщение, что он не любит макияж и умывает лицо для выступления на сцене. Этот парень интересный. Это отличается от других гламурных товаров. Я хочу обратить внимание. Тогда начни смотреть певца. В тот момент, когда появился Димаш, я был предан красоте небес и был безумно экранирован. Телевизоры были почти все по телевизору. Шучу. На самом деле, это действительно всего лишь тривиальное дополнение к его очкам. Люди действительно должны петь. Всего лишь тривиальное дополнение к его очкам. Потом я наблюдал за ним всю дорогу. Почему я должен восхвалять мистера Димаш? Мне он действительно нравится. Из-за того, что тебе нравится. Потому что я чувствую, что видел в нем особенно ценное качество. Это редко встречается у других звезд, правда. Звезды и художники не одно и то же. Художники могут быть людьми, но звезды должны быть построены в направлении не людей. Звезды должны быть богами. И они должны быть настолько совершенны, насколько это возможно. Художник может хорошо выполнять свою работу, но звезда должна обеспечить дополнительную ценность, чтобы удовлетворить воображение поклонника. Большинство звезд дают мне ощущение удержания, поэтому я был приятно удивлен, встретив отрицательную. Поговорите о том, что стоит изучить другим учителям. Он уравновешен, скромен и добр. Независимо от специфики интервью, он будет серьезным и серьезным. Хотя он молод, у него есть свои мысли о музыке и жизни и так далее. Чем больше вы пытаетесь понять этого человека, тем больше вы найдете его бесконечным сокровищем. Небольшой взгляд на процесс развития Димаша. Как я могу не чувствовать себя плохо о нем? Я также надеюсь, что он будет стоять на вершине мира. С его силой он должен быть на национальной сцене, одетый в обычный костюм представления, и нарисовал команду формальных певцов. Но он выбрал другую дорогу и разбил развлекательный круг. Я не могу сказать, что это плохо. В конце концов, он также слава и богатство. Это будет очень тяжело. Если вы пойдете по этому пути, вы столкнетесь со всевозможными слухами. Во имя любви вы должны пойти на компромисс на рынке. И это рядом с физической усталостью. Это душераздирающе. Может быть, он уже взвешивал это раньше. Также есть свой ответ. Так что я до сих пор не беспокоюсь об этом. Разве это не трудно для сильного человека? Он, очевидно, больше ценит музыку. Однажды он сказал, что он некрасивый, хотя он так горд и высокомерен, что он красивый. Красоте небес, дорогие слушатели, нажмите на колокольчик, оставит комментарий.